Hello. Чат. Продолжаем сегодня не проходить серию «Дом для Олесы». Неплохо. Поставлю на 80. Чисто, чтобы не обосраться чуть. И зациклен. Короче, продолжаем сегодня не третью серию «Дома для Олесы». Посмотрим, что произошло потом-то, собственно. Потому как мы заключили мистера Боба непонятно куда. Ну, начинается. Короче, это самое... О, господи. Так, сейчас, думаю, надо прикрутить. Так не пойдет, надо... Минус ну, 3,5 хотя бы жахнуть. Это тут жопа же вообще прям совсем. Если перебивать он будет, дайте знать потом. Ну, как обычно, короче, если сердце или эпилепсия нахуй эту игру, то тут 12 уже концовок, блин. Там был лава 9, теперь 12. Но лишь одна из них каноничная. Если, короче, получите каноничную, то ну, после титров будет сценка. Прочитать предупреждение о контенте? Не надо. Как вас зовут? Зачем? Зачем? Ну, давай напишу, не знаю. Да хотя уже похер, все... Уже практически тихо на все, кому не лень, этот самый. Знаю тоже, как меня зовут. Теперь у нас есть озвучка, по идее, я так понимаю, где можно активировать. Давайте все сделаем. Шаги, нахуй шаги. Цвет окна. В принципе, дефолтный, давай. Эй, X, закрыть. Менюку. Цензура? Нет, конечно, господи, вы что, совсем что? Активировать режим призрачной собаки. Милая, милый, короче, щенок, призрак будет следовать за вами повсюду. Этот щенок не имеет никакого отношения к сюжету и будет исчезать во время анимации. Да нахуй нужен, господи. Активировать призрачного кота. Блять, ну вы меня дергаете просто за самое. Блять. Ну только ради вас. Ты чё, давайте, короче, назовите кота. Блять, кет нахуй. Не, давай так. Так. Включите режим смеха. Это сам вы будете случайный смех в определенных сценах, да, которые я мог быть совсем не смешными. Это самое. Это сделает игру менее серьезной. Да не, хочу. Пропустите интро. Нет, не пропускаем ничего, короче. Так, чат, но я все равно вижу, что немножко вроде как зашкаливает это. Давайте минус 4 децибела поставлю, а там уже увидим, если что. Вот. Короче, кто не пришел, я не виноват. Бля, какой усач. Кто там? Не пугайся. А твоя боль не принесет мне радость. Минус уж.
Меня зовут Алиса. Вы наверняка уже знаете те про мои, ну, получается, скажем так, про те испытания, через которые мне пришлось им пройти с мистером Бобом. Так. Так. С помощью Загрокотала я, короче, Боба отправила спать на 99 лет. Мне удалось спасти мою женщину, короче, Чигаретту. Но для этого пришлось пожертвовать своим слухом. Ну, черт подери, они все запомнили, чат. К счастью, через несколько месяцев мне провели операцию на барабанных перепонках. И теперь я снова слышу. Так что похуй. Нормально. Мы с Гретой решили ли выехать из города. Мы нашли себе милый домик в небольшом загородном, получается, как в небольшом городке. И вот туда мы и направляемся. Ну, пока озвучка, конечно, оставляет желать лучшего, но... Looks like everything's ready. Мне кажется, все готово. Yes. Are you happy, Greta? Ты счастлива, Грета? Говорит, ты рада? I am. Да, но что насчет тебя? Разве ты не видишь, что по городу скучать? Или по квартире? Она такая, нахуй эту квартиру. Really? Не совсем. It was nice having an apartment. Конечно, на квартиру это хорошо, но хватит с меня этого города, да, в этом грёбаном самолете. Поехали, Грета. Давай поедем, где в наш новый дом. Да, я готова, Алис. Думаю, наверное, все-таки озвучку придется вырубить немножко, не очень. Игра AV Досова. Вступительная песня, дорогая Алиса, о Бенедикте Биджи. И если кому-то интересно, о чем поется, ца поется просто кап-кап-кап-кап, короче, постоянно. Так, заебись. Дорога в город перекрыта. Да, Алиса и Грета не могут даже ехать на машине. Look, Alyssa, смотри, Алиса, там дорожка есть. It must lead to the town. Она наверняка ведет в город. Guess we should go to the town and ask someone for help. Думаю, нам надо отправиться в город и попросить помощи. Чат, я думаю, наверное, все-таки я озвучку выключу, правда. Why is there so much fog? Откуда столько тумана? Так, ну понятно, передвижение туда-сюда. Было бы хорошо сейчас.
в настройки залезть. А тут нету вообще, да? Ой-ой-ой-ой. Так что мы все застряли с этим, да? Бля. Ну ладно. Погнали. У нас там тоже ворон, тут, блин, целая куча, конечно. Приятные звуки. Сейчас за дерево как выскочит какая-то ебака. Скажет: пожми мне руку. Угу. И вам здрасте. Не-не-не, я смотреть на это не буду. Нельзя оборачиваться, чё. Все хорошо. Наползем до города, будет нормально. We made it. It's the town. Мы дошли, вот и город. Where is... Но куда все подевались? It feels like a ghost town. Город как будто вымер вообще. Добро пожаловать. Как будто там консервную банку открыли, а не этот сам. Ну, кровяка, как обычно, все начинается. В общем, вы поняли, да? О, боже. Кто это мог сделать? Эти ножницы, эти раны. Кажется, я знаю, кто это сделал. Really? Что, правда? It was Marietta. Это была Мариетта. Мариетта? Мариетта? Так, кто это еще такая? Don't you remember her? Ты что, не помнишь? Mr. Bob's это же племянница мистера Боба. A big woman with a mask. Большая женщина с маской и шляпки получилась. Yes, she gave me the glasses. Да, она дала мне очки правды. Why would she be here? Но почему она здесь? Зачем она это сделала вообще? What if she knew we were coming? Что если она знала, что мы придем сюда? Maybe this is revenge. Возможно, это месть за мистера Боба. Killing the people of our new town. Она убивает людей в нашем новом городе. Maybe her presence explains the fog. Возможно, ее присутствие объясняет наличие тумана. And I bet it was her who blocked the road. Готова поспорить, это та она перекрыла дорогу. Алиса? Алиса? What are we going to do now? О чем теперь делать будем? Calm down, Greta. Она успокойся, Грета. If she's around, если она здесь, то придется ее остановить. She should be less powerful. Она должна быть не настолько сильна, как мистер Боб. Мы точно ее одолеем. Так. Короче, кожа с его рук была хирургически удалена. О, боже. Ключ от гостиницы. Поспать нельзя. Ванна. Раковина, туалет. Ну, кроме ключа тут ничего нет. Пошли, значит. Страшно мне чешется нос, я не знаю, что. А вот и гостиница. Так, открыли ключ от... Мариетта должна быть здесь. Фонарик. Можно активировать... На то вешу шукью. Пригодится. О, чат, ну как у нас, это сам работаешь, работаешь в хуяке Светланыма. Так,
тут записка, в которой написано: не забудьте включить потайной переключатель под стойкой в баре. Окей. Я так понимаю, здесь надо, да? На бар не похоже, конечно, но... Тут тот потайной я переключатель нажать, да? Конечно же, мы нажмем, господи. Мы любим нажимать на всякие непонятные переключатели. Так, что у нас здесь? Так. Ага, не пускают, короче, давай. А здесь что? Тут ручка сломана. Здесь не пройти, но я понял, короче. Какой-то еще рычаг надо искать. Нас закидывают наверх. Ручка сломана. А какая HD фотка. Тут потайной есть переключатель нажать. Да, давай. Да что нам кабанам-то? Так, сломанная ручка. Думаю, нам засейвиться, чтобы не мешало вообще. Да. А точно на в настройках нет ничего. Ладно. Ладно. Что у нас тут? Записка, в общем говоря. Так, сейчас. A hole below a painting. Дырка под картиной. The story is cursed. Only holy rosary can lift the curse. Эта дверь проклята. Лишь священные четки могут снять это проклятие. Привет, Макс. Наконец-то. Я уже думаю, где ты? Где ты ходишь? Так. Ну что, погнали дальше. Не видел, но бывает. Так точно. Я по своей дурости тебе оставил озвучку в этой игре, поэтому если что перебивать, он будет дать знать. Священные четки. Так, а зеркала не работают? Так как эти телепорты. Походу нет. Все, я пошел. Ну как? Пока неизвестно еще. Это самое. Сработало. Только-только сегодня получил извещение о том, что вручили им, получается, заявление мое. Но завтра получить еще надо будет корешок на почте о том, что... Мариетта! О том, что... То отправка получилась. А, это вы! Предательница и тупая девчонка! Я не тупая! Да я тебе тебе помогла. А, это ж ты мне помогла и дала очки правды. Look, Alyssa, the skeletons of the townsfolk. Смотри, Алиса, это скелеты местных горожан. Мариетта, что ты наделала? А разве не очевидно? Я перебила жителей этого жалкого городка. Зачем? Это что, месть за дядю твоего, что ли? Месть за моего дядю? О, нет. На него мне всегда было плевать, он был бесячий. Вообще-то, я благодарна, что вы отправили его спать на 99 лет. Так ты не мстить сюда пришла? Then why are you here? What are you... Тогда какой хуй ты здесь? Чё
Что ты запланировала вообще? Я пришла насобирать себе людишек для ритуала. Ритуала, который вернет моего отца. Отца, говоришь? Oh, no. О, нет. Грета? Грета, а кто у нее батя? Ее отец мистер Альфред, он старший сын загрокотала. Да как ты осмеливаешься произносить его имя? А что этот город? В этом городе сильная спиритическая связь с духовным миром моего отца. Мой отец спал уже долгое время, и я скучаю по нему. Мой дядя не позволял мне не проводить ритуал, поскольку ненавидел отца, поэтому теперь, когда он уснул, я могу творить, что захочу. Я хочу вернуть отца. Он сделает эту реальность такой веселой. Я собрала уже достаточно подношений, не можно приступать к ритуалу. Минус ушей. Это зачин Megami Tensei какой-то. Макс, что по звуку? Дай знать, пожалуйста. Если не, да. А в чем дело, Грета? I've never been to a restaurant before. Я еще никогда не была в ресторане. I я не хочу, чтобы люди смотрели на меня и думали, что я странно выгляжу. Because you're pale. Потому что ты бледная такая, да? People will always find something. Люди вечно находят, что критиковать. Your appearance, your hobbies, your... Будь то внешность, хобби или даже музыка, которая тебе нравится. But it says more about them than... Но это больше говорит о них, чем о тебе. I don't think people will make fun of you for being so pale. Я не думаю, что то люди те будут издеваться над тобой из-за того, что ты бледная. But if they do, just ignore them. Но если будут, забей на них. Despite everything you... Несмотря на все, что через что ты прошла, ты по-прежнему красив. Вы человек, ты, Грета, с прекрасным сердцем. А если будут насмехаться, то им придется отвечать передо мной. Никто не будет мою ту девчулю, короче говоря, поносить. Спасибо, Алиса. Вот так вот. Так, и ускакал Макс. Ну, так если тут он, скажи, что по звуку-то вообще? Что случилось? Where am I? Where is Greta? Привет, Сирене. Не подскажи, что по звуку у нас? Дай знать. Ты где я? Где Грета? Нормально все. Окей. Why am I wearing this white? Почему на мне эта белая униформа? О, блядь. А, Алиса, ты наконец-то проснулась. Who are you? Вы кто? Oh, очередная галлюцинация. Я доктор Саламетти. Ваш психиатр. Это ваша камера. Мы в больнице для получается, сумасшедших типа преступников. Джастин. А я тут какого хрена? Алиса, ты здесь пациентка уже 20 лет вообще-то. Ты что, не помнишь? Ты убила своих родителей и потом свалила все на какого-то монстра под названием мистер Боб. Для того, чтобы разобраться с твоей виной и травмой, ты создала целую реальность в своей голове. Реальность теперь же таки, в которой ты соцработница, которая борется с демонами. Херню несете. Где Грета? Алиса. Грета была всего лишь кукла, которая была у тебя в детстве. Она не настоящая. По какой-то причине ты представляешь, что это та бледная молодая женщина, которая я близка тебе. Но это же чепуха, это должно прекратиться. Греты нет. Мистер Боб не настоящий.
You're not a social worker. Ты не, не соцработница, ты просто женщина с проблемами с головой. No, I don't believe you. Не верю вам. Я готова поспорить, это та, вы и мистер Боб, который вернулся. Denial phase again. Опять в отрицалово пошла. I guess we will have to do this the hard way. Видимо, придется сделала все по-плохому. Nurse Helga. Bring the tranquilizer. Медсестра Хельга, несите транквилизатор. Так, мы попали в Архем, да? Окей. What happened? Что случилось? Mannequins? Манекены? Что происходит? Oh, you're awake. А, ты проснулась? Хорошо. О, господи, ты еще что такое? А, ну ладно тебе, Алиса, ты что, меня не помнишь? Я же медсестра Хельга. Не, тебя я точно не помню. А что у тебя с лицом вообще? С лицом? В смысле? Ничего мне с лицом. Ты связана с мистером Бобом, да? Я так и знала. А еще одна его уловка. О, господи. Опять же паранойя про мистера Боба. Что это за место? Что я тут вообще делаю? Это же комната отдыха. Когда другие пациенты тут веселятся. Пациенты? Это же манекены. Манекены? Они похожи на манекенов? А что, они похожи? Это сама... они... Не похожи же на манекенов, это и есть манекены. Вы что, не видите? Они же даже не шевелятся. Бла-бла-бла. Иди повеселись, у тебя операция через час. Операция? Какая операция? Лоботомия, конечно же. Не нужна мне лоботомия, мне и так нормально. Ну да, конечно. Поэтому ты видишь не людей, а манекенов. Мне нужно найти выход отсюда. О, oh, гад. Я понял. Часы не работают. О, очень стрёмная кукла. Алиса, я надеюсь, ты повеселилась. Пора на операцию. Не нужна мне операция. Конечно, нужна. Доверься мне, я опытный и профессионал. Что делать? Попытаться сбежать, конечно, нахуй надо. Давно у нас котейка. С начала игры. Надо валить отсюда. А ручка-то сломана была, чат? Ну да, пора на операцию. О, боже. Поздравляем, теперь из-за вас Алиса убита и Грета плачет. Так, настройки, а ну-ка сейчас. Тут нету, ебать. Тут нету. Так, что там у нас дальше? Значит, мы сваливаемся. Go fuck yourself! Такая, посмотрите, наебала ее. О нет! Get the fuck out of here! No! Not today, son! Так. А куда теперь тут еще один вопрос, да? Так, допустим, сюда. И в окно такая. Guess you can't climb with that device. Думаю, она с той хренью у неё туда не заберется. Говорит. Это мой шанс сбежать отсюда. Тут.
Так, весь бюджет этой игры в виде двух дошираков ушел в анимации груди. Да. А. Так, ага, тут нельзя. Ну, я понял, короче. Вариантов нет. И где? И где же я? Hello? А ты фонарик, в общем, говорю, на Q нажимаю. Так, ручка сломана. Мапуричи. О, блядь. И в какую... Ебать. You again. Опять ты. Found you. Нашлась. Да ну нафиг. А сколько же дверей тут, блядь? Я думаю, тут оно, но бесконечно, или какую-нибудь надо по счету найти. Не знаю пока еще. Блядь. Иди нахуй. О, блядь. Так. На-на-на. Оп. Так, наверх. I can't hide under the table. Я могу спрятаться под столом. Давай. Come выходи, Алиса. Медсестра Хельга уже здесь. It's okay, I'll find все нормально, я все равно тебя найду рано или поздно. Я тебя все равно найду. I can't believe it worked. I guess she's not very. Аж не верится, что уж сработало. Ну, походу, она тупенькая немножко. Окей. Так, как насчет сейва? На всякий пожарный, вдруг что. Так, что-то написано. Вход только для персонала. Так. Ну, пока ничего, допустим. Выход, короче, перекрыт. Ну, понятно, то такое дело. The angels are coming for you. Can you hear them whistle? Can you hear them dance and prance? My friend, dance and prance and die. Ну, короче, ангелы за тобой же идут, ты слышишь, как они насвистывают, поют, танцуют и пляшут, опять же, такие вдруг. Так, у нас стрелетний код? Ну да, 99. Так. Ну, идеи... Для подарка на юбилей пока не знаю еще, но... Maybe. Так, ну я понял, сюда пока еще рано. Тут надо, да, как обычно, искать какие-нибудь четки там, чтобы это делал все. Развести. Неплохо пацанам там. Так, что у нас здесь? Камера 01. Ебать. Вчера я увидел кое-что за пределами больницы. Гигантского червя с головой пожилого мужчины. Она гавкала. What the fuck? Вторая палата. Гигантская многоножка живет в этой больнице. Она, короче, вселилась в одного из докторов. Так, милая камера Алисы. Не густо как-то. Anyway. Что тут делаете? Операционная. Плохая идея.
Sit Deus Salutis. Ой. Так, ну хорошо, тут у нас как бы латынь, но... Это какой-то бог типа поприветствует тебя, но... Так. Раньше здесь была дверь, получается, а теперь ее больше нету вообще. Так, чат, ну я не успокоюсь, надо... Давайте загуглим. Сейчас сделаем. Так, сит... А, блядь. Сит... Сит... Эс... Салютис... Так. А, короче, чем псалм 68. Так, вот перевод. Так. А где? Окей, давайте встречу. Ну ладно, короче, я понял. Не могу это сам. Я так по ночам сплю, а тут еще и в игре это слышать, это пиздец вообще. Ой. Ух. Пикабу. Так, ручка сломана. Ручка сломана. Ну понятно, короче. Окей. Okay. Священные четки. Последняя дверь или? Не, не последняя. Там строительная работа вечно, блядь. Как не зайду, так строительная работа. Так, и шо? Где у нас та камера с глазами? Так, не, это что тут сейчас? Вайбует. Закрыто. Между тем уже 5:33. Я не знаю, это самое. Возможно, на выключение у нас света будет в 6. Поэтому остается максимум полчаса. Опять же таки, надо постараться спороти там хотя бы часик сделать. Шприц. Так, ну что ты, усатый? Готов? Алеса. Алеса. Где ты была? Твоя операция вот-вот начнется. Выпустите меня отсюда. Вы меня не одурачите, вы не врач. Right. Ты права. Я больше, чем врач. Я ангел, спаситель. А спасение значит безумие. Insanity. Вот так вот даже, да? О, oh, shit. Hello? Алиса, пришло тебе время принять безумие и оставить все свои переживания позади. Видимо, придется забить эту ебаку. Я могу использовать шприц, чтобы его забить. Как бить? Подойдите те поближе к боссу и нажмите на действие. Опа! Ах ты, сука, нет. Оу. Так. А ну иди сюда, падла. Салометти. Оп, оп.
Так. Сейчас. У. Так, ну уже... Уже посложнее, чем. Доктор Саламетти был побежден. А формальная одежда. Вы можете переключаться между нарядами. Мне просто выберите наряд, который захотите, в меню предметов. Мой костюм. Наконец-то там можно перестать носить эту дурацкую униформу. Алиса, тряси задом, короче, поет. Найс. Мне нужно на найти Грету. Что маленький делает, надеюсь. Притворился деревом, такой вообще довольный. Столько лиц смотрит на одну и ту же проблему. И лишь те, кто ищет другое решение, укажут тебе путь. Окей. Что там, нормально у вас сейчас? Ебать! Ага! Так, сейчас. Я не успел опять же таки понять, ну что происходит. Но я понял, что надо посмотреть на ту статую, которая я смотрит в другом направлении, но... О, бля. О, мэн. Can't fool me! Yes. Тихо. Пора принимать ваше лекарство, доктор. Блять, сука, на последнем. Провтыкал немножко. Ну, ладно. Да ёп! Блять. Так, все. Не спешить, аккуратно все сделать надо. Да, как первый раз это самое, а то я что-то прям разогнался. Так. Без этого сохраниться надо будет сейчас. Иначе звездец прям совсем.
Anyway. Так, надо сейчас, короче, быстренько тут сейф сделал перед заходом. Перед заходом, а то я, блин. Ну, кажется, у нас последняя была там. Да. Опа. Куда? А, ниже не надо было. Ну ладно. Ладно. Ну кто ж знал-то? Хорошо, что подсвечивается. Я бы заебался искать что-то. Визуально вообще не отличишь. Ага, проехал мимо. Сокер! Так. Я жду тебя. Так, ну что, это пасека, блядь. Некоторые люди не поменялись. Эти люди особые, они избранные. Я слышал, что их где-то собирают и планируют спасти реальность, короче. Но я, с другой стороны, это самое, меня превратили в эту кучу книжек. Типа. Дыра. Запрыгните? Конечно, господи. Даже думать не буду. Okay. Пещера? Я должна выбраться отсюда. Вот. Мы должны нажить себе проблему, чтобы их преодолеть, опять же таки, могущественно. I don't know. Ошибка. Ну, привет. Это картина мистера Боба. А ты что еще за хуй? Хочешь со мной сыграть в игру? Если выиграешь, покажу кое-что прикольное. Что делать? Сыграем. Ладно, сыграем. Хорошо. Я что-то нарисую, тебе надо угадать, что это за бабуня будет. Погнали. Внимание, короче, распознавание слов чувствительно к регистру. Первый рисунок. It's a duck. Что это такое? It's a... It's a duck. Молодец. Второй рисунок. Что же это может быть? Что это? Это море. Допустим. С большой. Вижу правильно чат. В этом случае это вопрос жизни и смерти. Хорошо. Третий рисунок. Вот здесь. Что это такое? It ain't me. It ain't me. А, нельзя так, да? Хорошо, тогда стирать надо.
Балди на 40 ми английского языка. Ну, Балди, да. Сон. I'm not senator, son, no. Молодец. Четвертый рисунок. Ня. Это няка. А, cat. Сейчас. Cat. Это. Хорошо. И последний рисунок. Ой, блядь. Что это? Оп. Он такой, это баба. Хорошо. Спасибо за игру. Кстати, как тебе мои рисунки? Да неплохо. А отойди, Пикассо, тут у нас новый король в городе вообще. Это самое. Отсос, это самое. До слез утронут там. Ты отвратителен. Ты притвориться, что блюешь, и я хочу быть твоей девушкой. А отойди, Пикассо, говорит, у нас тут новый король в городе. О, спасибо. Мне пора. Кстати, посмотри на записку за мной, которая стоит. Окей. 47-47, окей. Ну, это было неплохо. 47-47. Что упало? А. Так, стоп, а там и со второй? И со второй открылось. Давайте сохранюсь здесь. Ебать. Я думаю, что она нас сожрет, нахуй, конечно, но я попробую. Hello there, здравствуйте, мадемуазель. Говорящее дерево. Меня зовут Фердинанд. Рад знакомству. Вы знаете, как отсюда выбраться из этой пещеры? Пещеры? В смысле? Это же прекрасный лес. Да не, нихера, это пещера. Вы эксперт по пещерам? Вообще-то нет. Так как вы можете тогда утверждать, что это пещера, если вы не эксперт на этой теме? Я же, с другой стороны, эксперт по лесам. Могу вас уверить, что это именно и есть лес. Доверьтесь мне, я эксперт. Я много читал о лесах в интернете. То есть вы верите всему, что написано в интернете? Ну, кроме этого, то, что вы почитали в интернете, не делает вас экспертом в какой-то теме. А вы экспертка по интернету? Не совсем. Ну, тогда ваши заявления ничего не значат. Мои слова, однако, значат, ваши нет. Скажите мне, как выйти из этого вашего леса? Леса? Откуда вы знаете, что это лес? Вы эксперт по лесам? Да я просто время трачу впустую. Надо искать выход самой. Иди-то нахуй, дерево. Ты еще кто, блин? Что-то произошло в комнате Те Фердинанда. Ебать. Фердинанд мертв. Я разобралась с этим бесячим деревом для тебя. Приятной дороги тебе. А, погоди, где там что-то было? Я просто капнул. Ключ Фердинанда. Вы также нашли бальзам Игдрасиля. Ну, тут дерево в Игдрасиле. Ебучее дерево, блядь. Мозги мне ебет. Так, ну сейчас. Ну, тут не зря сюда сходил, нормально. Так, 5:50, чат, успеем, не успеем, это вопрос. В тот день все поменялось, но изменения эти не имели никакого смысла. И опять же таки,
то почему мы ожидаем, что то древняя меж... Что древний межпространственный ужас, каким будет нам хоть сколько-нибудь понятен. А там... Ой, блядь. Ой, блядь. Ебала, блядь. Проползай давай, ебал. Ну да. Лавкрафт поставил бы лайк. Так, не смотри на куку. Открыли дверь ключом Фердинанда. And who the fuck are you? Даже трогать их не хочется. Ля какой! Даже тут напоминает этот мем с рестлером, да, где нос вырезан, получается, и только глаза и это самое, да? Сука. Я такой... И что, он ебёт меня сейчас, да? Ми вайфу, ми прити, ми кавайи. Ебать. Моя сильный, моя вайфу, моя красивый, моя... Я кавайный. Договорились. Whatever you say, галерея Сьюзи. Альфа. Самый мужественный спаситель. Чувак, который оберегает тыквы. Вечная девчонка, у которой есть те проблемы с выговариванием имени загрокотала. Опять же таки, ну, авиан зомби. О, нет! Архангел, который боится манекенов. Самурай с пушистыми ушками. Паф, получается, ца геймерская. А, то фея геймерша, типа. Храбрые души, которые я сыграл ли мои игры, типа. Ну, то смельчаки, скажем. Зарезервировано на для меня чат. У меня тут есть это самое место, собственно. Ну, договорились. Привет, что ты? Hi, Alyssa. Are you enjoying my statues? Привет, Алиса. Как тебе мои статуи? Тетка Сьюзи. Что ты тут делаешь вообще? Statues, of course. Статуи, конечно же, делаю. Это только это меня и заботит. What a huge cake! Какая большая жопа, да, это самая. Они потрясающие, преврати меня в статую. Хорошего дня вам. Что происходит? Что происходит? Что произошло вообще с миром? Я... Боюсь, я не могу вам на это ответить, или он меня... Кто он? Ты его имя уже слышала, но наверное, не помнишь. Ладно. Hi, Alyssa. Are you Aunt Susie making statues? Они потрясающие. Ой, спасибо, Алиса. Ты такая милашка. Так, чат. 54 минуты. Ты давайте тебе так сейчас сделаем. Я пока сейчас вырубаю комп. Если сейчас где-то минут через 15-20 свет еще будет, то я подрублю еще раз и будем, короче, каждые полчаса потом вырубать еще раз. Потому что непонятно, на во сколько выключится свет. У меня по списку света то не должно, но быть в 7, 8, 9 и все. Вот. И потом с 10 вечера, 11 получается, сам должен быть свет. Так что пока на этом сейчас тормознем.
еще раз сейв. Вот, и если все хорошо, то подрубаю, идем дальше, продолжаем дальше тогда. Чтоб я просто не поломал компьютер себе. Вот. Так что это самое. Если что, отслеживайте Discord. Все. Ускакал.